Всем привет! С вами канал Art Money. У нас сегодня утро, у нас 11:53. Дима с бабушкой пошел гулять. Пешком они пошли. Так очаровательно он выглядит в этой шапочке, там такие ушки. Он так головой вертит, и такая вообще прям мордашка. Вот, я тут варю пока что Диме суп. Сейчас я покажу. Так, я хочу пережарить тут. Уже начинает немножко. Не помню, как это делается. Короче, я делала это в мультиварке, я помню. Пережарю. Чуть надо, наверное. Сейчас, секунду. Добавила немножко водички, потому что это мне помнится, что я добавляла водички, пережаривала картошечку. И потом уже добавляла воды, но я делала так в мультиварке. И, по-моему, я в кастрюле так же делала. Очень давно. Вот, хочу. Я хотела, правда, поджарить ее прям. Я забыла, как это делается уже. Я помню, прямо в супе был такой жареный картофель. Так классно было. Но я не хочу делать с маслом. Потому что, ну, для ребенка делаешь. Не хотел. Вот. Ну, сейчас посмотрим, что там у нас получится. Жареный картофель. Навряд ли получится. Вот так вот сейчас немножко поджарится, наверное. Потушится. Скорее, да, потушится. Хочу быстренько сейчас до обеда успеть приготовить. И также вот я тут делала сало. Сейчас я его уже вынула. Отправила в морозильную камеру. И буду его доделать. Потом вам покажу это, конечный результат того, чего получилось. Тут у меня еще яблочки лежат. Тут, кстати, Димины эти сушатся. Диме вдруг понравилось с ними играть. То, что вот они вот круглые, я их сюда положила, чтобы они высохли круглыми. Потому что просто так они вот как высыхают. Вот. Сделаю таких несколько. Он что-то из них строить начинает. Интересно так ему. Вот. Пошли они гулять пешочком. Ушли на детскую площадку пешком. Цветочки у меня тут, кстати. Ну так, тушится, потом тоже покажу. Вот так начинается мое утро. Вот, немножко сейчас я быстренько сварю суп и, наверное, буду отдыхать. Дожидаться Димы с мамой, пока они придут. И потом будет видно, может, я маму тоже накормлю обедом. И мы с ней еще пообщаемся. Короче, добавила водичку. Решила варить, как обычно. Вот и тут у меня, смотрите, периодически кто всплывает. Господи, где она? Вот она. Целая морковина. Короче, я решила ее тоже отварить. Сначала хотела ее добавить, но поскольку у меня еще будет помидорка, Дима очень любит суп с помидорками, то я решила ее не добавлять, решила просто ее там же тоже отварить. И я из нее вечером, то есть ее добавлю, наверное, в салат еще. Поскольку я ее уже помыла, то не пропадает же добру. Что ее обратно в холодильник класть? Она так, наверное, надеялась попасть в суп. В принципе, она почти попала. Я уже добавила туда петрушку. Вот. Сейчас еще немножечко поварю. И буду добавлять помидорочку. Помидорку, а потом буду добавлять листья смородины. Листья свеклы. Наверное. Хотя хотела я их в другой суп добавлять. Может, и не буду. Посмотрим.